Сегодня состоялось торжественное открытие моста через реку Большой Енисей, который соединил поселки Черби и Карахак с Большой Землей. Напомним, что жители этих двух населенных пунктов из-за отсутствия дорожного сообщения два раза в год попадали в число труднодоступных районов республики. Так, ежегодно жители сразу после схода льда были вынуждены перебираться на другой берег на моторных лодках так называемых частников. Сегодня жизнь сельчан кардинально изменилась. Генералу армии Дмитрию Витальевичу Булгакову, главе Республики Тыва Шалбану Валерьевичу Караулу и командующему войсками Центрального военного округа генерал-лейтенанту Александру Павловичу Лапину. Сейчас на месте Карахакской паромной переправы стоит новый мост, строительство которого началось по приказу министра обороны России Сергея Шойгу. Отметим, что военнослужащие Центрального военного округа, дислоцированные в городе Абакан Республики Хакасия, приступили к возведению большого автодорожного моста этим летом. Это строительство этого моста, во-первых, позволило сократить. Если вы знаете, что раньше для того, чтобы попасть на полигон, это надо было практически 110 километров, от 7 до 8 часов времени уходило для того, чтобы, соответственно, попасть на этот полигон. Сегодня это составляет 25-30 минут. После указания министра обороны 10 июня подразделения Центрального военного округа приступили к выполнению задач. Это 5-я железнодорожная бригада, это, соответственно, 106-я бригада материально-технического обеспечения. Ну, задача выполнялась в очень сложных климатических условиях. Вы сами знаете, что такое Енисей. Это река очень, будем так говорить, непредсказуемая, горная, которая имеет, соответственно, и подъем воды постоянно колебался, поднимался, опускался. Соответственно, грунтовые грунты, скальники, которые внизу там находятся, необходимо было. Но, тем не менее, проект был разработан Ленинградским институтом. И с 10 июня приступили к выполнению задачи. 26 сентября задача была выполнена. Одним из самых непростых моментов пристройки моста оказалось течение реки Большой Енисей. Именно поэтому нужно было разработать специальный проект. Так, на опорах моста есть ледорезы, которые будут защищать. Помимо этого усилены и сами опоры. Давно мы не занимались таким строительством, это капитальное строительство. Поэтому здесь личный состав тоже, соответственно, приобрел навык работы в сложных климатических условиях. Здесь только одних сварочных работ, около 800 метров было проведено сварочных работ, из них 150 метров под водой. Строительство нового моста длилось около 3 месяцев, однако за это время военнослужащие приобрели колоссальный опыт работы. Осуществлялся сварку под водой, наращивал сваи, которые были забиты ниже уровня воды. То есть, ну, в первый раз столкнулся с такой работой, то есть как бы обучался сварке под водой. Ну, с таким столкнулся впервые. Напомним, что поселение Карахак находится от столицы всего в 14 километрах, Черби в 20, а дорога в обход через местечко Андум занимает 1,5 часа езды по бездорожью. И так как в поселках нет работы, многие его жители трудоустроены в Кызыле. Более 60% населения сел ежедневно вынуждены были добираться до столицы разными путями, а чаще всего на лодках. Строительство моста для сельчан стало большой радостью. Теперь они могут доехать до так называемой Большой Земли, не рискуя жизнью. 100 лет нашему Сумону Черби будет в этом году, а в Карахак 80 будет. Это юбилейный год для нас, и открытие моста это для нас это очень отрадно. И мы все радуемся этому. Отметим, что протяженность моста составляет 376 метров, высота 10 метров, пропускная способность 4000 автомобилей в сутки.